Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Tribeca 2009 года выпуска, объемом 3,6 литра EZ36D. Пробег двигателя составляет 151 169 километров. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеются сопроводительные документы, грузовая таможенная декларация. Также имеется видеообзор работающего двигателя. Все жидкости присутствуют, работа мотора идеальна. Работает очень тихо, классный мотор. На автомобиле всего лишь 151 тысяча. Работа двигателя. Отлично. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Двигатель работал исправно. Производим осмотр цилиндров эндоскопом. Стенки цилиндров в отличном состоянии. Также осматриваем клапаны. Поршни в отличном состоянии. Присутствует небольшой нагар. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. Двигатель готов к установке.